Дима был хорошим человеком. Всегда философски относился к жизни. Всегда был счастлив, смеялся. Всегда наставлял товарищей на добрый и светлый путь. Спасибо. Дима, с которым я познакомился с первых дней службы, когда призвали на мобилизацию, за 5 месяцев, когда мы действительно узнали друг друга поближе, такое ощущение, что знали всю жизнь. Делили кусок хлеба, ели с одной тарелки, это буквально неделю назад. И туда так все произошло, приехали, упомянули, провожаем. На этом все. Как бы так.